Гуляет, гуляет вечерний Санта-Крус, друзья. Суббота, заведения переполнены, парковки тоже. Жизнь бьет ключом. Есть такое понятие в Америке, window shopping. Такое как бы шопинг через окна. Так вот смотришь на красоту. Блеск и нищета. Это, друзья, магазин для любителей эротики. Вот. Называется камуфляж. Рассказывай, стой. Рассказывай, что про эти ботинки можно сказать. Это очень удобно, это дорогая обувь. Очень хороших, да. Birkenstock — это очень известная фирма. Так. По-моему, английская, но я могу ошибиться. Немецкая. Так. И здесь очень много, большой выбор фасонов, цветов. Ну и соответственно, не по дешевке. Да, он не дешевый. Это хороший очень магазин. И здесь очень удобная обувь. Тут много фирм, тут не только Birkenstock и Clark, я вижу, да, тут много разных. Какая прелесть. У меня слабость на обувь, поэтому я здесь. Женщины, это много вот чего. У них шоколад, обувь. Да. И шампанское. Это тоже есть. Да. Сухое или так вообще сладкое больше? Нет, сладкое я люблю. Хорошая камера у меня, Sony небольшая, она так в темноте вытягивает. То, что я вижу сейчас в маленьком окошечке камеры, в видоискателе, там просто в два раза светлее, чем то, что происходит на улице. Затихает немножко, видите, и машин нету, почти людей поменьше. Такой шмоточный магазин. Хорошо быть худенькой такой, да? Друзья, это какой размер должен быть у девушки, чтобы вот так на себя надеть, правда? А чё вот на таких, как я или Света, почему не шьют? Хороший вопрос. А это, друзья, типичный американский кинотеатр. Вот то, что вы видите, так называемый бокс-офис. Вот они когда, ну, как бы касса, да? Вот. В этой коробке, так сказать, сидит человек, там билеты продают, тут называется бокс-офис. И когда в целом говорят там об объемах продаж билетов и так далее, вот говорят, что в бокс-офисе там не такую-то сумму пропустили. Вот он, типичный такой американский кинотеатр. Вот заходишь там еще по эскалатору, и понеслось. Это, друзья, кофешоп. Просто здесь пьют кофеек, вот такая музыка хорошая. Здесь даже какая-то пища появилась, бранч, видишь? Да, да, можно и покушать. А, слушай, живая музыка. Да, это то, что я вот это место так и начинает называется Чоколад. И тут люди сидят на улице, и внутри сидят, и закусывают. Друзья, не в том смысле, что выпили, и надо закусить. Хотя и выпить здесь тоже, как бы, святое дело. А что, уже разве есть restaurant week? Excuse me. Have you started already the restaurant week? Yeah, this is the... Ну давай, рассказывай тогда, что такое Restaurant Week. Restaurant Week – это когда большинство ресторанов одного города, да, предлагают префикс dinner menu. Так, то есть как и комплексный обед. Комплексный обед. Так. Он где-то от обычно 25 до 45 долларов. То есть не самый дешевый обед. Да, ну в среднем где-то 25-30. Да. И это тебе дает возможность за небольшую сумму перепробовать разные рестораны. Рестораны. Но это обычно одна неделя в году. Угу. То есть нужно в эту неделю по всем ресторанам, да,
пройтись. Обычно она где-то в феврале, поэтому я очень удивилась, что в этом ресторане она сейчас. А такой же обед, допустим, за пределами этой недели, почем бы стоил? Дороже? Ну, обычно где-то в полтора раза, в два раза иногда дороже. Но я заметила, что у них порции бывают иногда чуть-чуть меньше. Это вот магазин фирмы О'Нил. Джек О'Нил совсем недавно умер. Ему, наверное, года 93-94 было. Человек, который придумал вот этот костюм для холодной воды. И это местная Санта-Крузи, такая легенда вот этих мест. Так что очень известный, очень такой легендарный дядька. Совсем недавно, 90 с лишним лет, ребята. Это неплохо. Так, сладенькое. Да, конфетки. Такая галерея. Так что этот О'Нил, расскажи про О'Нила. А смотри, что там происходит. Что там происходит, ты видишь? Ну, ребята, ушли мы туда, они все не очень понимают. О'Нил основатель Surfing Industry. Он изобрел wetsuits, которые стали знамениты по всему миру и дают возможность серферам в любую погоду заниматься серфингом. Так. Он этот бизнес начал в гараже в Сан-Франциско в возрасте 62 лет. То есть он не мальчик был. И стал, да, знаменитый на весь мир. У него дом, когда он переехал из Сан-Франциско, он купил себе дом или построил дом на пляже Пойнт Санта-Крузи. Так, красивое место, и да. В день, когда он умер, было целое паломничество. Люди приходили, возлагали венки, свечки, целый был огромный мемориал. Мы как раз там были. Ага. Огромные букеты цветов, то есть приехали вообще его поклонники из всей Эрии. А потом, где-то несколько недель спустя, устроили выход в море. Uh-huh. То есть со всего мира приехали серферы. Uh-huh. И на surfboards, на paddle boats, на лодках 400 или 500 человек вышли в океан. И они отдали ему дань таким образом. Ну, недалеко вышли, так, поближе. Они недалеко, да, вокруг, около его дома. Uh-huh. И мы как раз были вот там в этот момент. Это было совершенно потрясающее зрелище. Uh-huh. То есть у него масса поклонников и людей, которые вообще поклоняются его. А он, наверное, все-таки зажиточный был человек, да? Раз очень. Он, сеть магазинов, да. У него, да. Магазины повсюду. Да. Вот тут у нас это, так человек стоит, я не знаю, с чем он стоит, но мне вот хочется вам показать это, там вот табличка, у него такой политический стейтмент у него такой. Да? Вот, идем дальше. Опять мороженое. Да, друзья, опять слушай, ты это посмотри. Это Марианис, это еще одно мороженое. Какое? Третье. Лавазза. Марианис. Лавазза. Марианис — это очень известный. Это вот название. Бренд, да. У них есть несколько шопс. Так, в этой эрии, и они продают мороженое по всей Америке. Ну, хорошее? Ты знаешь, что хорошее, но мне больше нравится Mission Hill, где мы кушали мороженое. Ага. Здесь, конечно, намного больше производства, намного больше flavors, но по вкусу мне нравится здесь больше. Здесь очень много, как бы, получается, такого эксклюзива, да? То есть да. Вот, coffee shops. Айскрим-шопс. Да, но здесь, конечно, есть и Starbucks тоже. И, конечно, по-моему, один есть, но он не очень посещаемый. Но помимо Starbucks, здесь еще там на 3-4 кварталах тут десяток кофеен. И, в общем, кстати, да. Так. Ирландский паб, друзья. Даже если ты не ирландец, но у тебя есть зеленые денежки, приходи сюда. Вот такой смысл. Это в пабе пузочка, да? Строят что-то или фасад ремонтируют? Так. Здесь раньше был огромный книжный магазин. Вот тут. Очень любили, да? А теперь Forever 21. Forever 21 или что-то такое. Да. Но вообще книжные магазины как вымирают потихоньку. Я, к сожалению, да. Могу сказать, что... Волкус — это был последний местный магазин. Ну да. Где собирались... Только что закрылся, да. И там было много очень старинных. Но ты понимаешь, когда Amazon возник 20 лет назад, уже, собственно... сдвинулся рынок. Mm-hmm. Это был один из первых успешных проектов на интернете, я помню. Когда Клинтон в году в 98-м приезжал в Кремниевую долину, то вот ему рассказывали, ну, там, про успехи индустрии. Mm-hmm. И в частности, вот Amazon был таким шоу-кейсом, что вот, мол, книжки. И когда Amazon примерно в это время начал торговать еще и электроникой,
и там... С перепродуктами. Ну, сейчас уже ладно, но тогда, 20 лет назад, и многие люди говорили, боже, что же они делают? Такая успешная операция. Торговали бы книгами, куда они лезут? Зачем им это все? Да. Сейчас Amazon магазин открылся, кстати, на Сантана-Роу. Да. А, туда стоят огромные очереди. У них появились розничные, у них появились, да. Магазины, да. Как интересно, да? То есть люди, которые убивали магазины, вдруг почувствовали потребность. Я очень удивилась. Но народ может туда прийти и посмотреть вообще, чем они. Слушай, даже тут, можно сказать, yes. Кафе. Но это не кофе, это кафе. Мексиканская еда. А? Кофе тоже, да? Угу. А это в этом кинотеатре показывают старые фильмы. И бывают очень хорошие европейские. Слушай, тут получается два кинотеатра на этой улочке. Епс. И на следующий есть еще один. Третий? Да. Да. Парень решил, что уже ковид начался. Видите, друзья? Похоже, знаешь, на что? Это все в книге про Незнайку. Там, когда попали они на остров, как он там, Дураков назывался, где они ходили, развлекались, кушали, развлекались, кушали, развлекались, и потихоньку превращались в вышаков с ушами. Точно. Вот так, друзья, живет Америка. Вот. Единственное, что... Да, уши у них не растут, но даже они как бы добреют. Вот, так сказать, добрые такие все, не злые. Так, вы видите, как цинично гражданам предлагаются продукты вот такие, как булочки, кофе, мороженое, бухло. Самое изощренное, друзья, как продается бухло. Так, понимаете, это Пикассо так работал над своими полотнами, понимаете, с такой самоотверженностью и любовью к искусству. Да. Вот он, даунтаун Санта-Крус. А вот скажи, если сравнить даунтаун Санта-Крус с даунтауном, скажем, Сан-Франциско, который может быть больше в 20 раз, но вот по насыщенности вот этим всем. Ну, это крошечный, это маленький городок. Санта-Крус – это маленький городок. Да. Ну, Сан-Франциско тоже небольшой город. Ну, там 1800 там. 1800, сейчас, наверное, 900. Да. Санта-Крус я на самом деле не знаю, сколько. Я думаю, 1000, может быть, 130. Ну, здесь большой университет, то есть здесь много студентов. Да. Наверное, UC Санта-Крус только имеет больше 30 тысяч студентов. Да неужели? Такой громадный? Да. То есть да, это громадный университет, большие, это да? Как Беркли, да. UC очень большие, поэтому здесь очень много молодежи. А здесь есть несколько неплохих комьюнити-колледжей. Он готов был UC Санта-Крус, то есть... Девчонки симпатичные. Да, девочки очень симпатичные. Да. Масса любителей серфинга сюда приезжает. А что они все наколотые такие ходят? Каждый второй это разрисован. Интересно. Санта-Крус раньше был город, где было много очень хиппи. Да. И думаю, что... всяких свободных людей со свободными нравами, поэтому... Дракс и... Наркотики. Всякие, да. Безобразие. Татуировки очень популярны у местного населения. Друзья, те из вас, кто помнит Анжелу Дэвис, хочется сказать Анжелу, да, Анжелу Дэвис, Черных Пантер. Ну, кто не помнит, может, в конце концов, в Википедии поискать. Вот. Анжела Дэвис тут была профессором, представляешь? В UC Санта-Крус, да, была профессором. Так же, как и мой муж. Так же, как, да. Она что-то такое было по роли черной женщины, там, в каком-то там, ну, такой, социология у них. Такого плана. Вот. Ну, что же. Так, а где наш парикмахерский? Подожди. А вот, нет, вот этот свет, это тоник, да, это этот наш? Вот, друзья, тоник, вы смотрите, вот это вот тоник, тоник спа-салон, вот это вот мы здесь, я здесь стригусь, друзья. И вы тоже приходите, спросите Сюзанну. Потрясающая, потрясающая девушка. Ну что же, друзья, все, у чего есть начало, имеет и конец, то есть завершается в какой-то момент. Вот мы пришли на парковочку и отсюда движемся домой.